Я веду репортаж с одного города Подмосковья, где люди в панике убегают из страны. Доллар 280 рублей. Люди все продают. Люди попали. Никого нет. Продают люди все, что есть, все, что было, даже батареи. Перила продали. Электросчетчики. Нету даже окон. Нету дверей. Дом совсем пустой. Люстру сняли. Зонтик не смогли продать. А его хотели купить, я знаю. Сюда не зайдешь. Пахнет сильным перегаром. Допили. Могли бы оставить. Эх. Дети убежали. Но игрушки валяются. Они жили в таком прекрасном доме. Все убежали. И это не один дом. Их много. Забыли взять горшок. Куда же они будут делать это? Балкон даже продали. Нет балкона. Видите? Хотел выйти покурить. Как это? Как они так накидали? Что они здесь искали? Кухня. Я голодный. Я остался один. Я проспал. Как они все убегали? Надеюсь, есть туалет. Очень хочу пипи. Где писать? Куда писать? Уже сходил. Детская кровать. Ее уже нет. Ни окон, ни дверей. Какие-то интересные были фильмы. Мне страшно.